Зачастую цветы начинают чахнуть не из-за того, что в почве не хватает полезных веществ, а потому что они просто не могут усвоить все необходимое. Это может случиться из-за жары и недостатка влаги, из-за холодной погоды и сырости, когда замедляются все процессы и начинают размножаться грибки. Либо же из-за того, что минеральные подкормки не сработали и насытили почву одними полезными веществами и заблокировали другие. Чтобы избежать такого явления, необходимо подкормить растения простой лимонной кислотой. Это поможет снизить риски появления вершинной гнили, избавить растения от дефицита калия, кальция, фосфора и других полезных веществ. Разблокировав их и превратив в минеральные удобрения в легко усвояемые питательные вещества для цветов, необходимо всего лишь развести чайную ложку лимонной кислоты на 2-3 литра воды и полить каждое растение под корень. То же самое можно делать, когда будете вносить под растение суперфосфат или монофосфат калия. Лимонная кислота является цитраторастворимым веществом, поэтому отлично растворяет фосфорные удобрения и превращает их в хелатную форму, которую растения могут усвоить без труда в любой момент уже с первых часов после внесения удобрения. Это настоящий хелатирующий агент, который позволит цветам очень быстро усвоить питательные вещества, минимум на 90%. Укрепит корни и ускорит их рост, а также простимулирует появление пышных и ярких цветов. В отличие от всех других кислот, лимонная кислота абсолютно безопасна для растения и не агрессивна для его хрупких корней, стеблей и листьев. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.